Привет, ребята. Это исследователь. Вот по всему городу такие ящички. Давным-давно я видел, карусели, кругом стоят. Они меня забеспокоили. Я уже снимал, кстати, ролик, можете поискать. Нет никакой благотворительности вообще в стране. И не может быть, потому что должно денег хватать на всех. Если тоже там государство своровало и чиновники, должно хватать. Ну, конечно, всегда будут какие-то люди нуждающиеся, и тогда другие люди богатые должны помогать. Но здесь, получается, бедные каким-то бедным помогают. Но вообще, я думаю, что эти вещи они везут куда-нибудь в Донбасс, берут с бюджета как будто 10 миллиардов, типа снимают, говорят, на помощь там какому-нибудь Донбассу, а потом везут вот такие вот вещи, которые люди собирают, мне так кажется. И вообще, сейчас я вот это рассматриваю как признак такой полного обнищания. Ну что за собирание вещей? Ну сделай в нормальном помещении какой-то сбор нормальных вещей. У меня есть какие-то ненужные вещи, но там же наверняка будут аферы. Я не могу делать сам, вот даже как бы я бедняк, но я не могу заниматься благотворительностью, какую-то вещь отдать. Если я отдам чинуше, то чинуша начнет что-то там наебывать кого-то где-то как-то. Поэтому опасайтесь вот такой фигни. Просто ни 1% варианта, что это будет нормально. А так, конечно, в других странах существует эта благотворительность, прекрасно работает, но там люди скидываются, например, на помощь животным, потом ездят они животным, помогают, они могут это все проконтролировать, у них достаточно денег. А здесь, ну что это такое, что люди, работающие за $400 и зарплата, ну 24 тысячи $400, берут какие-то тряпочки, и потом какая-то чинушья фирма что-то фиг знает, что там делает. Ну, это старая схема. Вот. Но они не успокоятся, они никогда не успокоятся. На этом все. Пока, ребята.